В Армавире в день участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф в сквере чернобыльцев прошел траурный митинг. У памятника ликвидаторам аварии собрались представители администрации города, депутаты, активисты, члены общественных объединений, юнармейцы, школьники и студенты. Такая большая плеяда наших земляков принимала участие в ликвидации страшной аварии. И страшно подумать, если бы оперативно, быстро, вместе со всеми республиками тогда Большого Советского Союза наши ребята оперативно не приняли и не ликвидировали, не закрыли сам реактор, очаг, что бы могло быть. В этом году исполняется 37 лет со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. В результате взрывов на четвертом энергоблоке реактор был полностью разрушен. Авария сопровождалась пожарами и выбросами радиоактивных веществ. Трагедия затронула более 20 стран, но больше всего пострадали Беларусь, Россия и Украина. Из Армавира на ликвидацию последствий взрыва отправились 350 человек. Многие годы назад произошла не только техногенная катастрофа, страшная, очень опасная, которая для истории, для людей оставила очень-очень большой след. Сегодня мы вспоминаем тех людей, которые предотвратили последствия этой катастрофы. Тех мужчин, женщин, которые выполнили свой долг, были верны присяге, которые рисковали и рискнули своей жизнью для того, чтобы жили мы, жили другие люди, чтобы обуздать этот атом, который мирный, но вышел из-под контроля и стал смертельно опасен. 26 апреля – трагическая дата. В этот день вспоминают о Чернобыле, о тех, кто остановил радиационную стихию и предотвратил большую беду. В Армавире сейчас проживают 160 человек, которые ликвидировали последствия взрыва. Еще 245 армавирцев уже ушли из жизни. Пока сюда приходят, вспоминают, они тоже живы. В этот день получилось так, что это день участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и памяти их жертв. То есть в этот день мы отдаем должное тем, кто на самом деле спас землю в том апреле, а ныне живущим и всем вам хочу сказать слова большой признательности. Почтив память ликвидаторов Чернобыльской аварии минутой молчания, участники митинга возложили цветы к мемориалу. Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе призван служить напоминанием об опасности ядерных аварий. Марина Локтева, Евгений Холманский, служба информации телеканала 360 «Армавир».